Пошли, муравьи. Будем наоборот штукать. И будем погружать также еще полностью. Она, конечно, достаточно дорогая. Об этом можно узнать на форуме или позвонить. Но... Я тоже никого ездил. Где? А запах не передать. Пахнет родным. Такой калибровочный аппарат, но он используется для снега. Используется для севка, калибровки севка и вот крупный лук, то есть это выборовка севка получается. Вот сейчас грузим в Москву, думаю, наши ребята отпишутся на форуме о том, что из него получилось. Но этот лук уже проверенный, получается минимум 80% выхода пюра. По осени у ребят получалось 60%. По ранней осени 60% мы получали. Вот севок. Все делается вручную. Забирают лук у населения. Так, блин, устанешь, да? Нет, ну все, вот это. И вот он. Так протолкнуть можно было. Там 5 килограмм.